Хейл, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием Quake Shot Strating Donald Duck. Окей, мы с вами отправляемся, я не знаю куда. Так что я говорю, я тот храм не мог пройти и все. А, здесь, если не ошибаюсь, на полюсе просто птицы летающие. Нам сюда тоже как бы не попасть. А, у меня же этот есть. Посохра, точно. А с помощью него я то и это могу себе. Как оно? Ну вот поняли. Надеюсь. Надеюсь, что поняли. Разморозить этого. Пингвиныча. Во. Так, это ключ. А, это ключ, блядь. Заморожен во льду. Бат, я... Ну, что мне делать? А я вам скажу, что нам сделать. Дональд берет викинский ключ. Рок. Понимаю. Ну ладно. Ну тут скоро уже на самом деле конец, я думаю. Так, а дальше, ребят, я не знаю, что делать. Давайте сюда пока схожу. Я понял. Вот туда как-то попасть можно. Какая-то дверь. А, сразу от босса. А чё он такой? Сложный. Но он сложный. Подождите, а ему что, урон хотя бы наносится? Да, наносится. Тогда это довольно легкий босс. Довольно долгий процесс. А, все. Так, я выздоровел и все призраки. Так. I got read. Блять, не знаю, ладно. Возьми я хэв викинскую диару. А, я извиняюсь, но
должен, типа, сказать правду, и я не настоящий. Да, что? Но старые легенды гласят, что они скованы во льду в Северном полюсе. Может быть, какие-то викинги и помогут тебе. Я дам тебе использовать летающие присоски для полета. Ну, поехали. Так, нам нужно на полюс. Нам сюда и вот здесь, да. Ну, из-за того, что не знал, что мне делать. Так, тихо. Сейвинг. Мы летим. А, с помощью него контролировать можно. Ха! О чем мне никто не сказал? Но это очень легко. Или это довольно странно. А, присоски, да, тоже отстают потом. Что за... Нихера себе. А я не могу прыгнуть. Я сейчас опять начну жаловаться на игру. Я жалуюсь на игру. Я знаю. Я ненавижу игры, где есть лед. А, так он не тонет. А потом думаешь, почему ты не проходишь уровень. Тупая льдина! Она просто начала расти. Животное. Юнги, тунги.
Ну, я правильно, да, понимаю, я сюда, мне сюда нужно. Ну ладно. О, коньишка. А, не, видите, эти я не могу ломать, фиолетовые. Бауга еще. Я могу вверх стрелять. Что? О, Дональд берет викинскую диару. Только это быстрее книга, чем диара. Ну ладно, не факт. Окей, мы выбрались. Ну, слушай, Дональд. Я вон... Я сохранил им жизнь. Но ты должен дать мне... Трисярскую карту. И Дерри. Не знаю, что Дерри. Помогите! Дональд, помоги! О, хорошо, я... Дам тебе, мальчики. Чё? Мы очень извиняемся, Дональд. Давайте вернемся в аэроплан и последуем за ним, чтобы забрать обратно диару и карту. Ну что, ребят, давайте тогда мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.